Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы остаетесь с нами. Спасибо, что вы в этом году снова являетесь частью нашей семьи. Для тех из вас, которые впервые присоединились к просмотру нашего телевидения, я говорю «Welcome». «Welcome to the family». Приглашаем вас в семью, многочисленную семью, которая называется «Импакт семья». Это движение «Импакт». Поэтому спасибо вам. Благословляем вас. Снова предоставляю, как и обещал, наши специальные гости, дорогие моему сердцу, ну и нашим зрителям. Это Петр Владимирович Сердниченко. Приветствую. Приветствую вас. Епископ Церквей Пробуждения. Так точно. Welcome back, я снова говорю. И мы с вами встречались в прошлом. Целый год прошел, и мы снова вместе. Ну, я рад этой встрече. Пусть Господь благословит наше общение. А также Владимир Иванович Франчук. Приветствую вас. Мир Божий, брат Юрий. Вы, кроме того, что я перечислял относительно ваших регалий в прошлый раз, мне сказали, что вы доктор богословия. А к этому ничего не надо добавлять. Есть такое дело? Самое лучшее – это то, что братья во Христе, я это самое очень, основное, да. очень ценю. Я сейчас работаю над своей докторской диссертацией для ВАКа, для Высшей аттестационной комиссии Академии наук Украины. И есть такая надежда, что, возможно, произойдет нострификация званий ученых и степеней в христианском мире. И, может быть, это будет действительно на государственном уровне приравнено. Это аккредитация серьезная, я так понимаю. Да, нострификация – это дело новое для Украины, и мы все очень ожидаем этого. Поэтому в нашей семинарии вот сейчас открыли докторскую программу, и именно с этим прицелом, что произойдет выравнивание христианских званий и степеней научного порядка с государственными. То есть для несведущих из наших зрителей, которые в терминологии особо не блещут, это дает вам возможность практически предоставлять наше движение, пятидесятническое движение, практически на всех уровнях, во всех учебных заведениях, практически до самого до верха, я так понимаю. Ну, вероятно, в первую очередь надо сказать, что благодарение Господу это даст возможность предоставлять христианство в целом, христианские доктрины и, самое главное, христианское мировоззрение. И еще надо поблагодарить, я думаю, Валерия Николаевича Решетинского, который в этом отношении колоссальную работу сделал по выходу проповедников Евангелия и по приглашению людей из научного мира, представителей мировой общественности, научной интеллигенции, творческой интеллигенции, связывая их с нашими учеными в Украине. Поэтому вот любимые им выражения и часто повторяемые Валерием Решетинским, да, популяризация христианского мировоззрения через научный потенциал нашей страны. Здорово. Это в самом деле новые вещи. Все, что я могу присоединиться и сказать большому кораблю большое плавание. Спасибо. Пусть Бог благословит. Вы знаете, одна из семинарий, она активно, настоятельно просила, чтобы я докторскую у них защитил. А я упирался несколько лет. Несколько лет упирался, ну, года 4 или 5. Я вспоминал слова своего отца. Отец говорит, неужели богословие такое больное, что надо столько много докторов, и тебе еще надо иметь очередным быть очередным доктором. Ну, это так, небольшой юмор. Но, тем не менее, пусть Бог благословит. Друзья, мы будем беседовать сегодня на тему, то, что мы и обещали в прошлый раз, что мы с удовольствием проведем еще один эфир, и еще ваш следующий приезд. Вы уже приглашаемы, ваш следующий приезд в Калифорнию. Мы будем говорить относительно важности истории, исторических наших корней, откуда это все берется, почему это важно. И мы чуть сузим направление. Не в обиду будет сказано нашим братьям-баптистам. Мы будем говорить более целенаправленно относительно пятидесятнического, скажем так, ну, движения. Да? Потому что, когда здесь присутствуют служители-баптисты, мы говорим с ними по их просьбе относительно баптистского направления. Вот. А учитывая то, что эти служители, которые здесь сидят,
и вашего покорного слугу также. Мы более шире, скажем, имеем возможность интерпретировать богословие, включающее в себя и аспекты баптистского богословия, и пятидесятнического богословия. Когда меня говорят, кто ты, я говорю, я баптист, ну, крещенный Духом Святым. Хорошо. Поэтому это, наверное, правильно, да? Хорошо. Я правильно говорю, вот с точки зрения богословия, можно так себя относить, сопричислять к баптистам, которые крещены Духом Святым, практикуют говорение на иных языках? Я думаю, что правильно будет сказать прежде всего, что наши братья евангельские христиане-баптисты, наши предшественники, которые в серьезную меру сформулировали ту богословскую базу, на которой мы стоим. И естественно, если уже говорить о таких тонких вещах, деликатных вещах, как проявление даров Святого Духа или исполнение Духом Святым, правда, мы верим, что наши братья, евангельские христиане-баптисты, и будучи нашими предшественниками, это тоже немаловажный факт, это люди, рожденные свыше, исполненные Святого Духа. Другой вопрос о проявлениях даров Святого Духа. Понимаю. Но это уже вещи другого порядка, да, богословского порядка. Может быть, неоднозначно освящаемые, но мы все едины во Христе. Иисусе. Я задал вопрос в Корее, будучи. Задал вопрос известным служителям, довольно-таки известным. Когда мы попали в одну среду, и эта среда, чем она нас, так сказать, ну, тронула по-особому, то, что зал, наполненный 6-7 молодежью, 1000 забитый битком практически, вот, они громко молились. Громко молились, мы сразу определили, что это молитва на иных языках, хотя это корейцы, Южная Корея. И на поставленный вопрос, что за церковь, говорят, баптистская церковь. Я говорю, как баптистская? Это ж вы же молитесь на иных языках. А он говорит, ну, наши корейцы-баптисты отличаются от ваших русских. Я говорю, почему? Мы очень много практикуем молитвы на иных языках. Вот, поэтому, ну, это так, это не в тему, но это так, к слову. Поэтому вот это то, что меня удивило очень, что в Корее большая часть баптистов, они все-таки практикуют в своем служении, вот, в практическом, говорение на иных языках. Это я не открыл какой-то секрет в прямом эфире для вас, нет? Ну, познавательно мне интересно. Да, да, да. Поэтому. Итак, история. С чего мы начнем? Полезности истории. Полезности. Знаете, один раз. Или о важности ее сохранения. Так, абсолютно. Важности этой темы, чтобы обращаться к ней. Она полезна. И один мудрый человек сказал, что порой наличие чистой совести – это отсутствие нашей памяти. Память, она о чем-то говорит. История говорит. Кстати, в иврите нет слова «история». А есть слово «слушай, Израиль», «шма, Израиль». У нас история, как история, это было, может, нужно, но не нужно, ну, было, куда выкинешь это. А у Израиля это урок, из которого нужно извлекать полезное, нужное, или, ну, предостерегает от дальнейших ошибок. Кстати, слово «калибрация» есть такое. Английское слово «синоним» означает, ну, что это готовность, делать готовым, настройка, гармонизация, симфония. Это вот калибрация или уточнение, или доведение до идеального, оно же только, ну, усовершенствовать что-то, учитывая совершенство техники и так далее, и так далее. Это вот история делает, производит калибрацию для разумных людей. Умные люди, они учатся на ошибках, пусть даже своих, чужих, но на ошибках. Вот. Да, лучше на чужих. Так вот, историю нужно изучать, ее нужно знать. Брать, ну, из нее пример, потому что там написано, чтобы тебе было хорошо. Чтобы тебе было хорошо. Шма Израиль. И старайся исполнить это. И говори детям твоим. Когда ты выходишь из дому, в дороге, навяжи это на память, на руку твою, там, на двери. Все, помни, каждый день вспоминай. Это поможет тебе в жизни. Для разумного человека это поможет. Шма Израиль, слушай Израиль. Ну, слушать без послушания, это абсолютно, ну, бессмысленно. Слушать и не прислушаться. Ну, слушают все.
Ну да, потому что два уха есть у каждого, да. А вот смысл «Шма Израиль» это не просто прослушай, а извлеки урок. Ну, более емкое такое «Шма Израиль». И «Помни Израиль». Когда-то Иосиф в земле египетской, он назвал сына своего Вениамином. И сказал: «Бог дал мне забыть все мои горести». А потом Ефрема, что «Бог меня сделал плодовитым в земле страдания моего». Вот забыть горькое, но извлечь полезное, я думаю, можно и нужно из истории пятидесятического движения. Она богата. Ну вот есть специалист, который Владимир Иванович, которого я очень уважаю, и не только я, это признанный авторитет в плане истории нашего братства, и не только. То я думаю, сегодня у него есть что напомнить нам. Не всю историю рассказать, но все-таки заинтересовать нас в этой прекрасной истории, из которой мы извлечем полезное, доброе, может быть, даже и негативное, мы вспомним, чтобы его не повторять в дальнейшем. Я думаю, это будет полезно нашим слушателям. И написано: «И помни весь путь». Вот почему так важно помнить путь? Тем более, как мы говорим, пятидесятнического движения. Вне всякого сомнения, главная причина, почему нужно помнить путь, воздавать не следует забывать благодарность Господу, что путь пройден, и что в нем очень много было драгоценных уроков. Вот чем важна для нас история, это как раз то, что это не просто пересказ или рассказ о древних событиях прошлого. Это уроки для сегодняшнего дня. Это формирование нашего правильного взгляда о том, как нам поступать в будущем. И в нашей истории, в истории христианства в целом, очень много замечательных, блестящих, я бы просто сказал, характеров Божьи женщины, Божьи мужчины, которые нам оставили пример для подражания. Интересно, как говорит апостол Павел: «Вспоминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И это не звучит как пожелание апостола Павла, что при возможности давайте будем помнить или что-то подобное. Это императив. Я осмелюсь сказать, это Божья заповедь. Помнить наших наставников. Но очень интересен следующий стих, который говорит нам буквально следующее, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И обычно мы эти слова, особенно в нашей пятидесятнической среде, мы любим эти слова употреблять в том контексте, что время чудес не прошло, время действия Господь, даров Святого Духа не прошло, что исцеляет Господь. И все это абсолютно правильно, и я со всем этим согласен, вне всякого сомнения, это так. Однако давайте мы прислушаемся к самому апостолу Павлу. А ведь апостол Павел не это, собственно, имел в виду. В контексте. И в контексте, когда мы читаем дальше, то вот следующий стих, после этого, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, следующий стих говорит нам: «И поэтому учениями различными и чуждыми не увлекайтесь». Вот почему не увлекаться различными и чуждыми учениями? Потому что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Христос не меняется, Его учение не меняется. И вот для нас это открывается во всю глубину того, что хотел сказать апостол Павел, когда мы читаем в обратном порядке. Не увлекайтесь чуждыми учениями, Христос не меняется, Его учение не меняется, а поэтому что? Вспоминайте ваших наставников, которые проповедовали вам Слово Божье. Посему, когда мы говорим о нашей истории, это помимо всего прочего, что это полезно и важно, это еще и исполнение Божьей заповеди. Мы воздаем благодарность Господу за этих выдающихся людей. Такой вопрос, лично мой, скажем, это лично мой. Когда вы погрузились в историю и приняли это как служение историка, есть такое служение, видно, это из пяти, наверное, призвание. Шестое. Призвание надо добавить, надо. Это чисто от меня, от себячина. Но оно пришло свыше. Вас братство побудило к этому? Или озарение ночное, так сказать, вдохновило вас двигаться вот так глубоко, не просто поверхностно. Поверхностно историю знают все. Воронаев, был такой брат, и все. Больше мы за этого брата практически ничего не знаем. Или Шмидт. Но вы более глубже копнули. Что к этому привело? Это чисто мой вопрос. Я ничем другим, брат Юрий, не могу это объяснить, как каким-то удивительным Божьим водительством.
То есть, если во многих других отношениях в служении христианском были какие-то люди, которые были для меня примером, вот какое-то служение начать, или побудили к какому-то служению, скажем, миссионерскому служению, тут ведь в самом деле были люди, которые мне помогли это уразуметь. И когда-нибудь я о них хочу написать книгу. Книгу я обычно специализируюсь в отношении книг, которые посвящены истории нашего движения, пятидесятнического движения, евангельского движения. Но когда-нибудь я хочу написать книгу о людях, которые очень серьезно сделали импакт, которые очень серьезно повлияли на мою жизнь. То в моей жизни не было ни одного человека, который бы мне сказал: «Знаешь, брат Владимир, хорошо было бы, если бы ты книгу написал». Вот такого не было. Это шло изнутри. Это шло и действительно было действием Духа Святого. Это призвание. А еще я в тот момент времени понимал, что поколение наших старших братьев, которые были употреблены Господом, чтобы инициировать это движение, вот оно уходит, потому что в силу своего возраста, в силу состояния своего здоровья, тяжкая жизнь, много лет в тюрьмах и преследования ужасающие были, это поколение уходит. Поэтому надо успеть. И знаете, я считаю, что это действительно было в точно правильное время начато это исследование, когда еще многие наши братья и сестры были живы. В частности, мне удалось разыскать бывшего секретаря, не будем говорить личного секретаря Воронаева, скажем, точнее, секретаря братства христиан евангельской веры в эпоху Воронаева, который трудился с ним долгие годы, Иван Никитович Подлесный. И когда я Подлесного разыскал, и когда я приехал к этому брату, я до сих пор не могу забыть его молитву. Он преклонил колени, и он начал молиться, и это были такие слова, знаете, как Симеон когда-то говорил в храме: «Ныне отпускаешь, Господи, раба твоего с миром, ибо видели очи мои». Вот так и Игнатий Никитович Подлесный говорил в своей молитве, что теперь я могу спокойно умереть, потому что все то, что я хранил, в том числе и документы, и фотографии. То есть вы мандат приняли. И самое главное, что вот в памяти его, в ясной такой, свежей памяти, очень многое оставалось, что он хотел рассказать и поведать. Вот он мне все это успел рассказать. Три дня я провел вместе с ним тогда. Что я участник в какой-то мере. Это было четверть века назад. Я помню, Владимир Иванович просил благословения у пасторского совета на такую поездку. Западная Украина, юг Украины, куда-то он далеко. И реакция братства какая была? Я помню эту ситуацию. Лично моя реакция. Тут нам нужны и уставы, там нужно нам строить какие-то миссионерские проекты. Еще был Советский Союз, еще было КГБ, поэтому были всякие проблемы в этой области. И думаешь, вот главное там устоять, главное, чтобы там не сбиться с пути. Он просит благословить, он берет свою Лидию Николаевну, и он будет ехать на своей двойке «Жигулях» и просит только благословить. А деньги — это же много бензина, продуктов. Я думаю, я знаю, зачем это он делает. Вот если бы он думал, как я в то время, прошло уже вот до 30 лет, то многие вещи бы, они забылись бы. Не было бы этой книги, которая вот на столе перед ним, я думаю, о ней вспомнит сегодня. Просто иногда кажется, когда человек занят другим, что этот человек занят каким-то третьестепенным. Ну, это не важно. Ну, была история, ну, как она была. Вот сейчас как там действовать? И я просто благодарю Бога, что не все так думали тогда, как я. И то, что Бог благословил вас в этом, потому что, вот, к слову, будет сказано, что всегда, когда мне приходится говорить, там, скажем, в разных кругах общения, когда говорят об истории, обычно имя Франчука не минуют. Это я вам говорю так, как есть. Фамилия. Это справедливо, да? Да, это справедливо. То есть это не то, что я красное словцо отбрасываю в прямом эфире. Многие историки, которые цитируют уже то, что он написал. Ну и хорошо, что есть люди, которые внимательно прочитали, безошибочно повторили. Я где-то читал, что вы впервые получили доступ к тому сверх некогда секретному архиву, уже когда Украинская республика открыла вот это КГБ архивы. Вот вы первые, кто вошли
те, скажем, в эти потаенные места. Это правда или нет? Где-то я читал такое. Да, но путь к этому был исключительно долгим, и еще пройдут долгие десятилетия до того, пока это станет возможным. Что вы говорите? В самом деле, я сегодня хочу в вашей передаче представить свою книгу для наших телезрителей, которые, может быть, еще не знают даже о ее существовании, а может быть, пытаются ее где-то найти, и найти ее практически невозможно. Она сразу стала библиографической редкостью. Это моя новая книга, последняя опубликованная книга. Называется она «Пробуждение от центра Одессы пожалуйста, операторы, России». Чуть выше вот так вот сделайте, да. И, брат Юрий, мне очень приятно сказать вам, что когда я шел сегодня на передачу в «Импакте», я ее захватил для вас. Вау. Мне очень хочется, чтобы эта книга у вас осталась, чтобы вы нашли время ее посмотреть. Если прочитать. Тоже. Но для начала я заметил, что интерес к книгам начинается с того, что иногда картинки рассматривают. В этой книге 250 фотографий, вау, тоже и некоторые из этих фотографий в самом деле ценнейшие фотографии из нашей истории. Большей частью я здесь рассказываю про так называемое, не очень точно называемое, Воронаевское братство. А почему не очень точно? А не очень точно, потому что мы сами себя никогда не идентифицируем как воронаевцы, да, а как христиане евангельской веры. Это первое. Второе. Если Воронаев действительно все-таки был, а он был, да, основателем и руководителем Пятидесятнического братства на территории бывшего Советского Союза, то вот Западная Украина. И самая распространенная ошибка, в том числе ошибка не только верующих, но и в научных кругах, когда религиоведы на эту тему пытаются говорить, это так называемые пятидесятники-шмидтовцы. Вот что касается Густава Герберта Шмидта, при всем к нему уважении, как к великому миссионеру, как к человеку, который совершил колоссальный труд, тем не менее, Густав Шмидт не был ни основателем этого движения, ни руководителем этого движения. Его служение лежало в совершенно другой плоскости. Это плоскость духовного образования, это создание библейского института в Данциге, где была проделана колоссальная работа по подготовке проповедников, пасторов, служителей нашего пятидесятнического братства. Я на эту тему могу говорить бесконечно, но я сделал лучшее. В своей книге «Просила Россия дождя у Господа» я подробно рассказываю, понятно, об этом служении. В том числе я рассказываю о том, как был организован учебный процесс. Помимо того, что наши студенты в Данциге или в Гданьске современном, в библейской школе, изучали духовные предметы и, конечно, очень глубоко такие вещи, как характер христианина, характер действия Духа Святого, что было отличительной особенностью, они изучали немецкий и английский язык. И это малоизвестные факты. Вот, да, 29-й, 30-й год, начало 30-х годов. И мне даже удалось найти курс немецкого языка, курс английского языка, учебники, которые они использовали. И в начале 30-х годов это был лингофонный курс. То есть сегодня уже надо молодежи объяснять, что такое лингофонный курс. Не было магнитофона вообще в принятом смысле, они использовали грампластинки. Но если на этих библейских курсах изучали иностранные языки, вы можете себе представить, какой это был уровень. Совершенно почему верно. Я об этом говорю? Потому что в западном нашем братстве, то бишь Западная Украина, Западная Белоруссия, Литва тоже, кстати, входила в орбиту этого влияния, часть Литвы, а также наши братья и в Болгарии, и в Венгрии тоже получили, на самом деле, первоклассное христианское образование. И братство наше на этой территории, это было братство всеобщей духовной грамотности, о чем, конечно, можно много говорить. То есть наш брат Шмидт проделал колоссальную работу, однако не он был основателем пятидесятнического движения на этих землях, и не он братством руководил. Вообще-то, это тоже небольшой раздел, который я поместил в эту книгу, чтобы наши люди очень хорошо знали, что пятидесятническое движение на территории Украины, скажем, было инициировано Богом поставленными людьми. Это было два Ивана. На востоке Украины Иван Воронаев,
в Западной Украине Иван Герис, который на самом деле был создателем первого еще пятидесятнического объединения, и это происходило на Тернопольщине, в Кременце в 24-м году съезд состоялся, на котором и было создано это движение. Но мало известно про Ивана Гериса, я про него как раз сегодня опять хочу вспомнить, когда мы будем говорить про нашу диаспору, про Южную Америку. Ну а теперь все-таки вы примите, вы знаете, пожалуйста, я мой с подарок. Здесь не только про Воронаевское братство, но и про... Когда вы несколько минут назад продемонстрировали всему миру в прямом эфире, что вы подарите, потом прижали, думаю, может, передумал. Владимир Иванович, может, не даст. Нет, брат, я только это автоматически, как это спасибо. Дорого для меня, наверное. В чем была необходимость, это как продолжение первой книги, которую вы именовали, в чем была необходимость написания продолжения той части? Первый вопрос. Да. И первый вопрос. И второй вопрос у меня лично есть. Для того, чтобы попасть в историю, под вашей редакцией, какими критериями должен был обладать служитель, если были таковые? Я попробую вернуться к этому вопросу. Вначале, знаете что, вначале сделайте, пожалуйста, для меня честью будет получить ваш автограф. Непременно, как только закончится прямой эфир, я начертаю пожалуйста, вам здесь несколько да. добрых слов и пожеланий. Хорошо. Я постараюсь не забыть ваш вопрос, и мы вернемся в отношении критериев. Но сначала хочу сказать, что в историю попасть есть два способа. В историю можно войти, и это то, чего я вам тоже желаю от всей души. В историю можно влипнуть. Знаете, в историю попадают люди не только хорошие, а и нехорошие тоже. Точно. Так что есть взаимосвязь между разными персонажами. Но лучше войти, чем влипнуть. Вне всякого сомнения, чего я вам и желаю. Но еще одна важная вещь. Вот иногда, когда мы начинаем наши занятия, а я преподаю в нашей семинарии в Киеве на Голосеевской площади, во многих других учебных заведениях, очень радуюсь тому, когда мы на неделе садимся с нашими студентами и изучаем нашу историю, я люблю их спрашивать, как вы думаете, что такое история пятидесятнического движения? И обычно масса ответов, и все они содержат долю правды. Но потом я им говорю, милые мои. Многие именуют выше перечисленного эти персонажи. Воронаева, Шмидта, наверное, да? Не обязательно называют персонажи. Ага. Важно дать определение, definition, как мы говорим да, на английском. Что такое история пятидесятнического движения? Много есть ответов, в которых содержится доля истины. Но самый правильный ответ, он должен начинаться словами. Это наука. И вот дальше, в зависимости от того, что наши студенты хотят сказать. Но история, в том числе история пятидесятнического движения, это наука. Кстати, даже для Академии наук Украины или любой другой страны, вот богословие — это наука или не наука? А демонология — это наука или не наука? Они деликатно говорят, что, ну, это, знаете, это ваши ведомственные вещи, но это не может считаться для них разделом науки, потому что как они говорят, сам объект исследования, вот он нематериальный. Но что касается истории, в том числе истории церкви, это наука. Так вот, история пятидесятнического движения – это новая наука, это очень молодая наука, которую мы сейчас создаем. А посему вот и писать об этом приходится много, и не только книги, но и какие-то вот статьи, да, где мы можем рассказать, очерковывать даже характера, рассказы какие-то, да, книги небольшого формата, где мы рассказываем о тех людях, которые не должны быть забытыми. Историю создания и возникновения поместных церквей, это же все надо сохранять. То есть материал этот огромнейший. А территория, о чем мы, наверное, тоже поговорим сегодня, это же не только постсоветское пространство. Очень интересно. Но значительная часть нашей истории, она связанная со славянским рассеянием. То есть это и Польша, это и
не имеющая в себе аналогов, необыкновенная история эмиграции одной из церкви в начале, которая вышла из Украины, а потом присоединялись и другие верующие тоже. Это то, что мы говорим, исход через Китай. И отдельные церкви из этого движения, вышедшие, да, на сегодняшний день в Австралии, и в Канаде, и в Соединенных Штатах Америки, и след их остался и в Парагвае тоже. Ну, например, известная семья Шевченко, Сан-Франциско, да, они-то известные как выдающиеся служители Евангелия, их знают по Сан-Франциско, но в Сан-Франциско они попали из Китая через Парагвай. Словом, есть масса вещей, о которых говорить нужно, а поэтому возникновение и книг, и статей – это нормальный процесс в рамках того, что мы создаем новую науку. Нам попадают периодически брошюры на тему Парагвая, на тему выхода через Китай, периодически. Я даже прочитывал с интересом. Но брошюра, включающая в себя 20-30 страниц и не более. Но одеть это в рамки науки, это уже совершенно другой подход. И, наверное, совершенно, скажем, все, что связано с этим, совершенно другое. Там есть глубина. И я бы обратил внимание на то, что вы очень справедливо сказали. Иногда, в некоторых случаях, далеко не во всех случаях, есть какие-то источниковые материалы на несколько страниц, может быть, 10 страниц. И написанные они, естественно, не с точки зрения научного исследования, это какие-то личные свидетельства. Хорошо, если они есть вообще. Но во многих случаях нет ничего. И когда мы говорим про новую науку с такими скудными письменными источниками, то здесь главным магистральным путем введения сведений, драгоценных для нас сведений, в научный оборот, это проведение интервью. Это искать эту информацию от тех людей, которые сами были участниками или свидетелями первоначальной фазы истории нашего братства и затем и в более поздний период времени. Вот почему я упомянул и про секретаря Воронаевского союза Игнатия Никитовича Подлесного и целый ряд других братьев, пасторов, служителей. Хорошо, тогда по ходу вопроса, Владимир Иванович. Вы используете материалы, свидетельства. Используете ли вы вот такой момент, как свидетельство двоих или троих? Потому что есть некий, наверное, рентген, через который вы пропускаете то или другое историческое событие, явление, там, ту и другую личность, претендующую на хорошее место в истории. Да? Но есть же что-то, что, потому что может быть недостоверность или искаженность и прочее, прочее, а потом оно уже через года наберет такой крен. Вот. Я ремарку сделаю. Мы жили на Западной Украине, но оно связано с тем. Мы жили на Западную Украину, и когда с Восточной Украины приезжали на Западную Украину братья, некоторые даже служители, а наши служители Западной Украины говорили, что это другого учения. Я же свидетель этому. Вы же знаете, с какого я города. Не буду именовать. Вот. И говорили, они из омывающих, они из Воронаевского учения. То есть, ну, чуть ли не в вину было сделано то, что это Воронаевское учение, вот, которое Воронаев где-то в Америке взял, омовение ног. Вот. И я это прекрасно помню. То, что вы сегодня заявили, оно по какому-то по-приятному, оно поставило некоторые точки над моими «и». Вот, что оказывается, что... А наши братья мотивировали, говорят, мы шмидтовского направления, вот, учения, утверждения, а это, ну, воронаевское, это те. По большому счету, есть одно пятидесятническое воронаевское учение. Все остальное – это уже, ну, придатки к этому. Поэтому сказать, что если ты омываешь ноги, значит, ты сопричислен к другому учению, воронаевскому, вот это будет, ну, это искажение истории. Ну, мне очень приятно сказать, брат Юрий, что у вас никогда не будет причин
каким-либо образом стыдиться, что вы были в такой замечательной церкви в Нововолынске. Нет, конечно. Прекрасные братья, да. Замечательные служители, богатая история. Да. В этом вот городе, который возник на пустом, да, месте, и такая церковь, которая сегодня делает замечательную работу. Но прежде всего я хочу вот что отметить. Рано или поздно возникнет вопрос о правомерности или о целесообразности, или о компетентности, да, такого подхода. Может ли один человек написать историю? Вот вопрос спорный. Я со своей стороны хочу деликатно отметить, что да, есть авторы, научно-добросовестные авторы, которые имеют объективный подход к освещению истории. А историю может писать один человек, если он в самом деле объективный автор. Но никакая история не может писаться на основании данных, полученных от одного человека. И поэтому для того, чтобы, ну, даже хотя бы одну страницу написать, по-настоящему научной книге, хотя бы одну страницу написать, вводя в научный оборот какие-то сведения о нашем движении, надо опрашивать десятки и сотни людей. И дело даже не в том, что они могут говорить неполную правду. Дело в другом. Дело в том, что вот когда человек находится в определенной гуще событий, ему кажется, что вот этот угол истории или вот эти события, они являются самыми главными. Нарушается, знаете, вот масштабность перспективы. Как в свое время книги Леонида Ильича Брежнева, да, «Малая земля». Складывалось такое впечатление, что судьба Второй мировой войны была да, выиграна на Малой земле, да, под Новороссийском. На более самом, того, на самом говорили, деле, что Великая Отечественная война – это эпизод из битвы на Малой земле. Вот. И точно так же, вот, говоря про нашу историю, люди очень добросовестно могут считать, что вот эти вот события главными надо называть. А на самом деле вот подлинные масштабы, это только тогда все начнешь понимать, когда опросишь многие тысячи людей. Я хочу по словам Юрия сказать, что в принципе Воронаем не выдумал свое учение. Он был миссионер Ассамблеи Бога. Здесь он учился, здесь он принял Христа и вот и был направлен. И поддержка молитвенная и финансовая была Ассамблеей Бога Соединенных Штатов Америки. Равно как и лидеров западного движения. Они дружили между собой, они, у них учение было одинаковое. Можно сказать, течение или какие-то там моменты отличались, но учение у них было идентичным. Они были одно учение, христиане евангельской веры, христиане веры евангельской. Это, в принципе, одно и то же учение. Вот смотрите, эта книга, о которой мы уже, да, упомянули пару раз, да, она же написана и вышла к определенной дате. 2011 год, когда мы праздновали 90-летие пятидесятнического движения. И по этому поводу в Одессе, как в столице праздника, поскольку мы говорим про Воронаевское братство, условно говоря, и чудесные богослужения были, и Петр Владимирович помнит, как мы открывали памятник, и это памятник не персонально только Воронаеву. Мы его назвали, что это памятник героям веры, сестрам нашим и братьям нашим. Я видел сюжет этого. И на открытии, да, на открытии, да, прекрасно, памятника прекрасно. С нами стоял рядом и участвовал в этом наш друг Павел Николаевич Доброгорский, сын расстрелянного в 1935 году союзного проповедника Доброгорского. И Павел Николаевич в своей памяти, детской пусть памяти, он удержал образ Воронаева, он его лично видел, он помнил эти приезды Воронаева в Днепропетровскую область, где был один из главных очагов движения в Восточной Украине тоже. Так что книга эта вышла к 90-летию нашего братства. И знаете, когда в оперном театре мы с Петром Владимировичем проводили один из главных, таких, я бы сказал, моментов, да, всего этого праздника, это и вот столько людей, да, приехало, да, в оперном театре, я сказал, и вот я думаю, что это действительно было тоже от движения духа, я хочу дожить до столетия. И я сказал, я не свое столетие имею в виду. Да, я имею в виду столетие нашего братства. А теперь плавно переходим. Плавно переходим к этому. Вот, то, что вы отметили. Будет грандиозное событие. Давайте плавно перейдем в это событие. Если переходить плавно, то я попрошу Петра Владимировича потом сказать об Одессе. А поскольку переходим плавно, то начинать надо с Америки.
Дело в том, что Иван Ефимович Воронаев приехал в Соединенные Штаты, где он и принял учение о Пятидесятнице, и то не сразу, разумеется, но его земная жизнь в Америке имеет отношение к трем штатам. Это Калифорния, это штат Вашингтон и это Нью-Йорк. И вот в тот период времени, когда они жили в Нью-Йорке, в 1919 году, вот именно там он создает, брат Юрий, внимание, там он создает первую славянскую пятидесятническую церковь. Вау. 19-й год. А потом церкви начинают эти образовываться с необыкновенной скоростью. Буквально за несколько месяцев таких церквей было 20-30, и их количество стремительно росло. Ну, потому что обетование в последние дни изолью на всякую плоть. Наверное, и уже обетование... в 1920 году они проводят съезд и создают здесь, в Соединенных Штатах, объединение, союз церквей, славянских церквей пятидесятнического направления. Это не с центром в Сиэтле или в Нью-Йорке? Нет, нет? Это как раз центр на том побережье. Ну так вот, президентом или председателем этого союза избирают Ивана Воронаева. Воронаев отсюда уехал не с поста только пастора Нью-Йоркской церкви. Да, то, что мы знаем. Он оставил союз, которым он руководил. Но самое интересное вот где. У него был заместитель. А его заместитель – это Иван Герис. Несколько позднее вы видите. Иван Герис уезжает в Западную Украину. Украину, да. Я уже говорил, что Бог употребил двух Иванов на Украине, чтобы создать два союза. Два союза, потому что между ними была граница. Это не был Советский Союз, это была тогдашняя Польша. Ну и вот таким образом, я думаю, что череда этих праздников, о которых мы говорим, грядет столетие нашего движения. Вы видите, как оно плавно сошлось в том, что это не было два учения противоположных. Это воронаевские омывающие, а это мы западники. Потрясающе. Потрясающе. Вот это вот, видите, какие откровения потрясающие можно получить в прямом эфире. И нам сегодня очень нужен импакт, да, для того, чтобы поговорить со всем нашим братством и быть услышанными со стороны братьев и сестер. Надо молиться за импакт. Грядет грандиозный праздник, столетие нашего пятидесятнического движения. И осталось то, вот сколько лет, тут нам надо с вами определиться. До 21-го года, потому что 21-й год – это столетие в Одессе. Но ведь Воронаев создал первую церковь 19-м. Еще в 19-м году. И логично, что череда праздников должна начинаться в Соединенных Штатах Америки. Верно. И, может быть, даже не в Нью-Йорке. А вот здесь, в Калифорнии, куда он приехал, где сделал первые шаги, недалеко от вас. И чтобы импакт в прямом эфире показывал эти празднования. И, наверное, импакту надо будет показать и семинарию в Беркли, где учился Воронаев. В 1913, 14, 15 году. Сейчас это университет. Вы видите. Но, это знаменитая Беркли, которую мы пользуемся точно. По сегодняшний день. Так точно, брат Юрий. Мы с Андреем Челеем уже туда до архивов добрались. Вы видите. Мы работали в архивах, мы нашли эти документы. Есть упоминание о том? Есть упоминание о том, когда Воронаев был рукоположен на пасторское служение, и где он служил на пасторском служении. Конечно, это были еще баптистские церкви. Да. Но славянские баптистские церкви. А первое служение Воронаева, это было, он был директором воскресной школы. У нас фотографии даже есть в Воронаеве и его воскресная школа. Ну а потом дальнейшие события. То есть, если мы говорим, что мы действительно собираемся такой праздник серьезно отмечать, то это начиная с Соединенных Штатов. Но не заканчивая даже территории бывшего Советского Союза. Мы с вами говорили про необыкновенную эмиграцию, чудо Божье, да? Как в 1928 году одна из церквей Воронаевского союза, где и пастор был Воронаевым рукоположен, брат Авраменко, они получили странное слово от Господа двигаться на восток. И вот они продают все свои хозяйства, продают своих коров, дома свои продают и начинают двигаться. Двигались неспешно, останавливали, проповедовали Евангелие. По мере того, как они двигались на восток, там, где они прошли, даже церкви образовывались. Люди приходили к Господу. Часть из этих людей вливалась в это движение и шла вместе с ними. Но одна интересная вещь тоже. Некоторые люди, вышедшие из Украины, оставались на этих местах, чтобы постить те церкви, которые создались. В конце концов, они двигались через Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, снова Казахстан, дошли до китайской границы
И в течение 2 лет небольшими группами они уходили в Китай. И в Китае, в Кульдже, была образована громадная пятидесятническая церковь. Русскоязычная вначале, а потом в эту церковь пришли. И китайцы уверовали, и дунгане обращались к Господу, да? Смешанные браки. Так что наши сестры, они востребованы и китайцами, знаете, и, ну, что такое христиане, христианские женщины из нашего движения, это многие народы знают. И потом... 1948 год, культурная революция, страшное давление на этих братьев. Почти все братья прошли через тюрьмы, страшные гонения и репрессии. Но вот оттуда им удалось вырваться. Вот это мы и переходим уже в Южную Америку. Да? Вот. Если про Южную Америку вспоминать, то вот это был первый прорыв. Потому что сразу после окончания войны часть наших братьев и сестер оказалась... Они сумели выйти из Китая, добрались до Гонконга, потом они были на одном филиппинском острове, остров Самар, оттуда попали в Южную Америку, в Парагвай, и, наконец, вот семья Шевченковых в том числе оказались здесь. Но многие из них потом отправились в Австралию, из Австралии в Канаду. Слушайте, наше движение, оно действительно такое, вокруг экватора. Я же как-то почувствовал себя, видите, но видите, мы же не такие уж, как и незаметные, как говорится, в поле всего мирового движения евангельского, все-таки славяне, слава Богу. Насчет нашей заметности, спасибо, брат Юрий, вы мне напомнили. В этом году, именно в наступившем 16-м году, в Кыргызстане есть возможность отпраздновать наше 90-летие нашего движения там на действительно серьезном национальном уровне. И я братьям уже несколько раз говорил. Именно в 1926 году, вот, были созданы первые церкви в Средней Азии. И в Ташкенте, в Узбекистане, и в Кыргызстане. Это исторически подтверждено, да? Абсолютно. Есть данные, в том числе опубликованные в моих книгах, есть другие материалы. Поэтому вот 16-й год – это год праздника 90-летия пятидесятнического движения в Узбекистане. Дай Бог, чтобы братья там должным образом отпраздновали и сделали это на национальном уровне. В Кыргызстане, словом, а когда мы говорим дальше, это же всемирный, получается, в итоге праздник. Давайте чуть страны. Остановимся насчет белых пятен. Вы в прошлый раз говорили, Бразилия. Все-таки у вас большой интерес. А в вашем лице это интерес всего евангельского движения, славянского, пятидесятнического, наверное, да? Чтобы все-таки эти белые пятна осветить и устранить. Значительная часть нашей истории, она связана с нашим славянским рассеянием. И, естественно, рассеяние нашего пятидесятнического братства, оно просто отражает, да, как в капле росы отражается небо, многострадальную историю нашего народа. Ну и вот, рассеяние. Про Австралию мы уже упомянули, про Канаду мы уже упомянули. Про Австралию, ну, написал я в своих книгах, и, наверное, достаточно подробно, чтобы в общих чертах представлять себе, что там произошло. Благодарю Бога, что есть публикации о Канаде и о Соединенных Штатах Америки. Ну и 5 лет тому назад мы с Лидией Николаевной работали в Южной Америке. Аргентина, Парагвай. И собрана эта история и по свидетельствам братьев и сестер, и некоторые материалы мы оттуда вывезли, и церковные документы некоторые сохранили. Словом, мы вернулись домой с большим чемоданом материалов. И все это будет использовано. Страницы пожелтевшие уже, конечно, но там какая история, сколько слез там было. И пожелтевшие страницы, и изорванные есть тоже, и они драгоценные. Но когда мы говорим про Южную Америку, как оказались там наши братья? До 1939 года западная часть Украины, она принадлежала к Польше, и была огромнейшая эмиграция славян в страны Южной Америки. Прошу прощения, потому что знали наши христиане относительно грядущего плана Молотова-Риббентроп, или из-за чего они массово уезжали? Ну, в историческом плане нам нужно говорить, что это вообще славянская диаспора. Не сразу и не первыми были пятидесятники, которые туда уехали. Это движение, которое еще с конца XIX века все больше
больше и больше малоземельных крестьян туда переселилось. Но вы говорите, в 1939-м массово началось. До 1939-го. Понятно. До 1939-го оно было действительно массовым, потому что все чувствовали, что нависает над Европой. Понял. Что касается наших братьев и сестер, они тоже это чувствовали и были откровения от Господа. Понятно. Но движение это не началось с 1939-го, оно в 1939-м закончилось. Понял. Вот на этом пике, на этом всплеске. Но оно имеет более раннюю историю. И уже в 20-е годы в Аргентине, в Парагвае стали создаваться пятидесятнические церкви среди наших славян за счет именно тех братьев, которые уже были верующими. В 1937 году они попросили выдающегося божьего человека, знаменитого служителя Ивана Зубзолотарева, который колоссальную работу вел на территории тогдашней Польши, а жил он недалеко от Луцка, Киверцы, 14 километров, попросили его приехать и организовать союз, потому что было очень много уже верующих, были созданы отдельные церкви. В 1937 году он туда переселяется, это колоссальная работа. Создается союз пятидесятников на территории Аргентины, Бразилии, на территории Уругвая и Парагвая. Очень в сложных условиях, не все это понимали. Деликатно сказать, был образован впоследствии из-за этих непониманий и второй союз, которым руководил белорусский брат Иван Винничек. И потом еще, в чем ценность вот этой диаспоры и служения Ивана Зубзолотарева, 44 года он будет издавать журнал «Христианский вестник». Это с Южной Америки. А какие это годы? Mm-hmm. Это война, это послевоенный период, когда люди будут разбросаны по всему миру, и славяне, в том числе и верующие славяне, окажутся по всему миру. И вот этот журнал «Христианский вестник» это как центр, который их всех соединяет. Они его выписывают, это переписка. Оттуда идет рассылка литературы на русском языке, в том числе и в Советский Союз посылали. Это ценнейшие, драгоценнейшие страницы нашей истории, о которых писать надо. Материал собран. Да, да. Но последнее белое пятно осталось. И вот с этим надо очень серьезно работать сейчас. Бразилия. Я не смог попасть в Бразилию до сих пор. Причина всего явления. Там умирают последние люди сейчас, которые являются носителями этой драгоценной информации. Просто время, да? Время вас настолько, наверное, ограничило. Контакты. Контакты, да? Нужны контакты. Нужны контакты в Бразилии, да? Как можно более срочно. Брат Юрий, я вот сказал, там умирают последние люди, которые могут что-то рассказать. Если пройдет еще несколько лет, не с кем будет говорить. Это будет навсегда для нас потерян. Вот привожу пример по Аргентине. Просто чудом Божьим нам удалось там эту информацию собрать. Потому как Господь специально, наверное, для нашего приезда держал здесь на земле, держал на свете некоторых старцев. Брат Дементий Яручик, Парагвая. Ему было 100 лет, когда мы с ним встретились. Что вы говорите? Но еще более удивительная история с нами произошла в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Я спрашивал у многих людей о некоторых вещах, о некоторых деталях, потому как информация была, но как ее правильно расположить, как связать многие исторические детали. И все дороги вели к одному человеку. И мне называли замечательного нашего брата, который много лет был пастором, брат, который очень много знал, и единственное, только он мог на эти вопросы ответить. Разыскал я родственников этого брата, Дионисия Кондратюка. Звоню им, могу ли я встретиться, поговорить? Они говорят, лет 10 тому назад надо было приезжать. Ему 103 года. Он в бессознательном состоянии. Вы он видите. Говорить не может. Мы его из ложечки кормим, а когда он приходит в себя, открывает глаза, он спрашивает у нас, кто вы такие? Какие могут быть интервью, беседы? И вот я говорю своей жене, слушай, мы 10 лет не могли попасть в Аргентину по банальной причине. Мы не могли найти деньги, чтобы купить билет. Но вот мы теперь уже здесь, мы приехали. Он еще жив, но не напрасно же мы приехали. Давай будем молиться, чтобы мы могли с ним поговорить. И вот вы знаете, я со всей ответственностью говорю, это звучит как в сказке.
молимся один день. В сказке три дня, да? Да. Молимся второй день, молимся третий день. Звучит, как в сказке. Я свидетельствую, это святая правда. Угу. На третий день нашей молитвы звонит нам его внучка. Слушайте, говорит, дедушка пришел в себя. Что мы ему говорите? Рассказали про ваш приезд. И он говорит, я хочу встретиться с этими вы людьми. Вы видите, жив Господь. Я не знаю, что сказать. Давайте ваш адрес. Записываю ваш адрес. Сейчас мы приедем. И она говорит, вам не надо к нам ехать. Дедушка сказал, я хочу с ними встретиться в церкви. В той церкви, где он был пастором. Церковь с интересным названием. Фаро. Свет. Маяк. И вот мы помчались в церковь. Сижу я у окна, подъезжает машина, выходит наш брат. Выходит сам с тросточкой. Да. Но тросточкой даже не опирается, идет, помахивая тросточкой, как английский джентльмен. Да, да, да. Заходит в церковь, но мы же навстречу ему идем, к главному входу. Вот он открывает дверь, заходит в церковь и запел. Мне показалось громовым голосом. Страшно бушует житейское море. Слушайте, мы с ним проговорили несколько часов. И свежий разум, правильные оценки. Это действительно было Божье чудо, как нам Господь дал возможность с ним поговорить. Ну, а потом попрощались мы с ним. Я иду его провожать, ну, пытаюсь его поддержать. Он так говорит мне, брат Владимир, я сам. Тросточку несет тросточку, помахивает, точно английский джентльмен. Дошел до машины, а я смотрю, как он подходит к машине, ну, думаю, сейчас он еще и на место водителя сядет. Но он свое место знал, на пассажирское место увезла его внучка. Иногда Богу надо было уже чудеса делать, чтобы сохранить эти драгоценные крупицы информации. Здорово. Ну, снова. Боже, так бы еще хотел продолжить Юрий. С вами. Также, спасибо. Петр Владимирович, вам Божьих благословений. Бог да благослови. Бог да благослови. Это важное дело. Делайте. Даже трудно, так сказать, все это в течение одного эфира охватить, потому что у вас как река льется оно. Я понял, еще бы 10 эфиров и мало было бы нам. Поэтому да, мы приняли всего, да. То, что вы делаете. Такие подарки, такие дары нужны для церкви, Петр Владимирович. Такие дары, которые Бог дал, нужны народ, церкви. Который не знает своей истории, да. Не имеет будущего. Помните, Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословенны.